В этом году работа Анапского проектного офиса была как никогда успешной. Благодаря обучениям, которые проходили на курорте, более 80 жителей приняли участие в грантовых конкурсах краевого и всероссийского уровня. Конечно, стать победителем удалось не всем, однако 17 заявок были признаны лучшими в стране. Тем, кто еще пишет, не бойтесь, не стесняйтесь, рискуйте, пробуйте, ничего страшного нет. Тем, кто написал, но еще не реализовал, желаю хорошо провести. Я желаю новых побед. Пишите больше, выигрывайте больше, организовывайте мероприятий различного рода больше. Потому что, как я вижу, это новый вектор направления молодежной политики не только в рамках региона, города, это в рамках всей страны. Так анапчане привлекли более 15 миллионов для реализации своих проектов. Например, закупку самокатов для волонтеров, закрашивающих наркотрафареты, обустройство спортивного зала для детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение патриотических уроков с этапом сборки конструкторов и многое другое. Мы в этом году заняли 5-е место по версии фонда президентских грантов, как Анапа – один из самых активных городов Краснодарского края. Мы продолжаем свою работу. Мы будем надеяться, что верить, что будет еще больше у нас победителей, и мы вместе с вами все будем очень рады этому. Итоги уходящего года анапчане подвели на заключительной встрече проектного офиса. Также в рамках мероприятия своим опытом поделились победители грантовых конкурсов. И, как уверены активисты, в следующем году лидеров на нашем курорте станет больше. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.